Привет, хочу показать пример очень неопытных, но очень ответственных пильщиков. Пришли, спилили 4 ствола у дерева, оно росло как куст. Ну и поняли, что последний, который нависает над дом, спилить не смогут, оставили и ушли. И очень хорошо, что не сломали крышу. Уродливо, коряво, зато дешево. Поэтому будьте внимательны, когда вызываете себе работников.